Тест магнитофонной панели Technics. RS-BX501. Вставляем розеточку. Включаем магнитофон. Дисплейчик загорелся. Берем кассетку. Открываем лоточек. Ставим кассетчику, закрываем лоточек. Загрузка работает как часики, сами видите. Перемоточка для начала. Сразу включается медленный режим, потом ускоренный. Стоп. Перемоточка в другую сторону. То же самое, медленный, потом ускоренный. Воспроизведение. В другую сторону. Так, теперь play, пауза, снимаем с паузы. Стоп, сброшу счетчик. Вынимаем кассетку, закрываем лоточек. Как видите, все работает как часики. А теперь посмотрите состояние магнитофона. На верхней крышечке есть малозаметные царапинки, но это кому критично, тут не будет брать. Боковиночки. Боковиночки идеальные. Так, теперь сзади вид. Сзади.